Времени суток, дамы и господа. Приветствую вас на своем канале, где мы с вами сможем за 3 минуты в день заработать очень приличные суммы денежных средств, просто принимая участие в аирдропах и баунти-компаниях от различных проектов, стартапов и ICO. Мало времени и много денег, такого не бывает, скажете вы. Но пришло время новых технологий и блокчейна, и реклама на данный момент просто бесценна. Сотни проектов начинают свою рекламную деятельность с высадки десанта. А именно так переводится airdrop. Это значит раздача первым участникам проекта бесплатных монет и токенов в криптовалюте, иногда и в долларах США, с целью рекламы и дальнейшего продвижения проекта в социальных сетях. А мы с вами и будем первыми вовремя получать эти монетки совершенно бесплатно на свои кошелечки и после окончания ICO и полной распродажи токенов проектами обменивать свои монеты на биткоины, а биткоины на доллары и любые фиатные валюты. Все очень просто. А монеты отдельных проектов по окончанию ICO и листинге на биржах вырастают в цене в десятки, иногда и в сотни раз. Как говорится, в мире криптовалюты делают огромные иксы. Тот же эфириум Виталик Бутерин когда-то раздавал бесплатно, а недавно цена этой монеты доходила до 1500 долларов США. Так что у всех у нас появился шанс стать миллионерами, не вкладывая ни копейки денежных средств. Единственное, нужно иметь терпение, ведь приходится ждать по 2-3 месяца, а то и дольше, пока закончится ICO, и наши монеты появятся на криптовалютных биржах. Но поверьте, оно того стоит. Ведь если ежедневно тратить всего по 3 минуты времени и успевать первыми получать нашу криптовалюту от хороших проектов, то и собственной... Что, собственно, я вам предлагаю делать вместе со мной на моем канале, то через пару месяцев мы будем получать ежедневный доход, обменивая на биржах наши токены на биткоины или эфир, а это дело лишь 2 минут. Поэтому подписывайтесь на мой канал, на мои группы в соцсетях, ссылки на них есть под каждым моим видеообзором. Вы их увидите, если нажмете на «Еще». Там будет вся актуальная информация. А также под каждым из видео есть ссылочки на проекты. И если у вас будет желание потратить еще по 3 минуты на каждый из этих проектов, переходите по этим ссылочкам, зарабатывайте больше. И даже если вы где-то не успеете и проект закончен, не беда, каждый день у меня на канале и в соцсетях будут появляться новые. Так что если вы со мной, подписывайтесь на канал, нажимаете на пальчик вверх, на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео. И поехали. Сегодня мы с вами получаем 10 долларов от проекта LogTrip. А также этот проект предоставляет 5 долларов за каждого реферала друга, приглашенного вами в этот проект по вашей реферальной ссылке. Этот проект предлагает снимать, то есть арендовать недвижимость, отели, либо апартаменты с помощью технологии блокчейн, и при этом вы не будете платить комиссию. То есть проект, в принципе, перспективный. Соответственно, кто хочет, изучайте более глубоко, вкладывайте деньги. Мы с вами, как обычно, получаем бесплатные токены за участие в аирдропе. Ну, на данный момент это получаем 10 долларов, а также, еще раз повторю, 5 за каждого реферала. И после этого ждем, даже уже не ждем, а ждем, когда эти доллары можно будет поменять внутри личного кабинета, сейчас я вам покажу, на токены и перевести их на биржу. А токены этого проекта уже, кстати, ждать не нужно, потому что они уже есть на CoinMarketCaps и, соответственно, торгуются на биржах. На данный момент вот цена $0.06. Была даже вот $1.32, видите, по графику достигала. А торгуются они на HIT BTC, ну, вот на Ubit, ну, еще на нескольких биржах. Итак, что нужно для того, чтобы пройти airdrop этого проекта? Как обычно, переходите по ссылочке снизу моего видео, где написано слово «регистрация». И попадаете вот на такую страничку. Значит, сюда вставляете свой адрес электронной почты и нажимаете «Claim Tokens» – «Получить токены». Соответственно, попадаете вот на такую страничку, шаг 2. И здесь будет постепенно появляться задание, которое нам нужно будет сделать, то есть присоединиться к нашей группе в Telegram. Соответственно, нажимаем и присоединяемся к этой группе. Я присоединился, поэтому вы нажмете присоединиться, и первый шаг будет выполнен. Далее вам нужно сюда будет ввести, соответственно, имя, ник Telegram.
какой у вас, я уже ввел, и после этого, как вы введете, получится, появится следующий шаг, то есть следуйте за, к, в Twitter к нам, то есть читаемые, то есть я уже присоединился также, читать нужно вам будет нажать, вы как нажмете, соответственно, тоже присоединитесь и введете сюда свое, без собаки только, там вот с собакой в Телеграме, здесь без собаки свое имя пользователя в Твиттере. Вот. И откроется следующий шаг. Нам нужно будет с вами ретвитнуть, значит, в Твиттере их Твиттер. Значит, сделать ретвит. Вот здесь вот появляется. Ну, у меня не появился. У вас появится окошечко. Вы нажмете вот здесь вот на ретвит. Твитнуть. Ретвитните. И дальше появится... задание по Фейсбуку. Нажмете на него. Здесь нужно будет присоединиться к их группе, то есть вот поставить нравится, и соответственно сразу же у вас ну, лайки, нравится вам нужно будет поставить. У меня сейчас не заходит, но неважно, вы это сделаете. И далее у вас появится задание по Medium. Значит, Medium обязательно, у кого нету, зарегистрируйтесь в этой сети. Это социальная сеть, тоже очень распространенная на Западе и, ну, вне России. Значит, нажимаете сюда, соответственно, тоже заходите. И, значит, я уже это сделал. Здесь нужно будет нажать на зеленую кнопочку. Following. Я проследовал. Соответственно, задание тоже будет выполнено. Теперь ставите раз галочку, два галочку. И, значит, нажимаете заявить токены. Второй шаг у вас будет сделан. Дальше вам предложат вопрос, где был последний город. Ну, это будет все на английском, соответственно. Я просто в гугле делаю, поэтому переводят. Какой последний город вы путешествовали? Там, ну, напишите там любой город по-английски, соответственно. Там, например, я написал Минск. И у вас вопрос такой. Вы попробовали бронировать на 30% меньше, как раз вот о чем я вам говорил, недвижимость для проживания в Минске. Нажимаете, соответственно, да. И, ну, и здесь тоже вы попробовали бронирование, которое... позволяло вам путешествовать. Можно нажать «нет», к примеру, или «да». Вы видели? Ну, «нет». Или «да» тоже нажмите. Ну, неважно, как бы. Значит, и перейти к приборной панели, то есть перейти к своему личному кабинету. Нажимаете сюда «перейти» и попадаете в свой личный кабинет. Попадаете в свой личный кабинет, где у вас вот эти вот зеленые галочки говорят о том, что все задания мы с вами прошли. Соответственно, здесь будет адрес электронной почты, который вы указали. И также в процессе, может быть, у меня пропущено, нужно будет сделать еще кошелек, вам будет предлагаться сделать. Там будет секретный ключ из нескольких, из 10, по-моему, слов. Это ваш пароль для пользования этим кошельком. Вы эти обязательно 10 слов сохраните. Просто как-то я пропустил этот этап, видимо. И они вам пригодятся для того, чтобы потом с этого кошелька отправить токены на биржу. Как вы видите, вот у меня уже $10 здесь есть. А также есть, вот они пишут то, что за каждого приглашенного по вашей ссылочке. Вот она, эта ссылочка, как вы видите. Можно ее скопировать. Будет добавлено еще $5. У меня, когда я зашел в личный кабинет, вот здесь был крестик, не было зеленой галочки. Ну и, соответственно, я добавил «изменить». Вот здесь вот добавил. Проследовал опять в Facebook. Также подписался, что-то он тут не сделал, не получилось. И зеленая штучка, эта зеленая галочка появилась. Дополнилось это все, и сразу $10 стало на балансе. Также вы здесь можете заполнить свой профиль, нажмете там дату рождения,
ну и так далее, данные какие-то, легко это очень будет все ввести, введете, и вот кошелечек ваш будет, вот он, который вы в плане, вернее, не в плане, а в процессе регистрации вам будет предложено создать, про который я говорил, что 10 слов сохранить, для него пароль обязательно сохраните. Это вам пригодится для перевода с этого кошелечка, либо на свой кошелечек ERS-20 токены, ну, либо на биржу, если это будет доступно. Ну, сюда нужно будет ввести количество токенов, сюда, соответственно, вот эти 10 слов, которые вы уже сохранили, и отправить. Но это дальше в перспективе, потом разберетесь, как это будет сделать здесь на сайте. Ну вот, в принципе, и все. Значит, мы с вами получили, airdrop пройден, задание выполнено. Итак, с правой стороны, как обычно, у меня плейлист вот здесь, вот сверху справа, в который вы можете зайти, там много видео, много проектов, зарабатывайте больше, чуть пониже подписывайтесь на мой канал. А также с левой стороны внизу видите, что я продаю земельные участки в очень хорошем месте и за очень хорошую цену. Поэтому обращайтесь, звоните. Всего доброго. До следующих встреч. До свидания.